Хей, йоги, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Steam World Dig 2. Так, я на самом деле не помню, на чем мы там остановились. Точно, мы же разрушаем специальные механизмы. Ну, там у нас ядовитая зона. Так, у нас две этих, подождите. Улучшить... У меня 600 денег еще плюс при этом. Ну, я не знаю. Ну, пускай это остается. Давайте мы с вами сейчас в самый низ телепортнемся. Помните, у нас там же было место с ловушками. Почему бы нам туда сейчас с вами не сходить? Бля, тихо. Я тут вещь сейчас понял. Ладно, возвращаемся. Нет, мы не пойдем туда. Мы сейчас придем сюда. Я посмотрю, что у меня по деньгам. Могу ли я прокачать себе этот джекпак? Сумка с сумоистом. Каждое улучшение тогда призовая игра. Нихера себе. Послушай вспомогательную мудрость, наполни эту сумку радостью и жизнью. Большими людьми, большими сумки. Нужно будет ее тоже купить. Слушай, там какой-то призовая игра, то есть можно плюс еще получить деньги. 750 стоит. Полный форсаж. Давайте я, наверное, денежку насобираю на вот эту. На вот эту все. Мне... Куда безопаснее бы пойти? Я думаю, вниз, да? То есть где-то здесь должен быть проход. Так, хорошо. Воу-воу. Я сейчас этот момент не понял. Короче, нужно будет держаться. Нужно будет держаться. Хорошенько держаться, мы плюс сейчас повысим свой уровень. Давай, давай, подлетай. Вот сюда, ко мне. Отличненько. Бац. Хорошо, один. Второй полетел, новый уровень. Ох ты ж, боже мой. Какой процент? Вы чё? Мать, тихо. Опасность. Хорош! Хорош! Хорош, хорош, хорош! Так, а теперь мне нужно понять... Блин. Вниз и в лаву я не пойду. Нахер надо. Это очень плохо сейчас, потому что... Мне нельзя отъехать. Охренеть! Он на меня упал. Он просто на меня упал. И я сдох. GG. О, у меня хотя бы что-то еще и осталось.
Спасибо. Окей. Благодарствую. Очень благодарствую, конечно. Не, ну на самом деле эта локация довольно сложная. Чем она сложна? А, тем, что мой ранец довольно слабый. На данном этапе игры. И он перегревается быстро. И он очень быстро перегревается. Нос чешется. А, ё-моё, я понял. Так. Давайте, наверное, чтобы было безопасней. Хотя здесь можно бесконечно фармить на нем эти... денежку. Типа, здесь я могу так, знаете, ломать, типа, эти блоки запросто. Вот, допустим, я могу эту сейчас херь... А, только она меня... Она нанесет урон? Ладно, сейчас попробуем. Хорошо. Ну, в принципе, я сделал все, что я хотел. Быстрее сказать, как я хотел. Вот, молодец. Ай. Ладно. Ну, теперь я хотя бы могу безопасно себе... сделать проход. Ах ты ж, зараза. Так, давайте я сейчас немного вверх поднимусь. Мне нужно сделать себе проход вот сюда. А, то есть за них бесконечно так не дают. Ладно. Тогда ладно. Не хочу, не рискуем. Ладно, здесь проход сделаем. Здесь сделаем проход. Ага. Ну пускай он пока кидает, короче, он все равно сейчас упадет, anyway. И мне сейчас делают проходик. Блин, жалко, что я бить все равно не могу, когда я в воздухе. Спасибо. Готов. Так. Готов. Готово. В принципе, я могу сейчас попытаться телепортнуться. Или лучше не рисковать. Я вот это вот не знаю. Можно, в принципе, знаете, что попробовать? Воды у меня все равно много. Сейчас он все равно сюда пойдет и упадет. А я же пройду вперед. Ай. Ай-ай. Неужто я дошел? Осталось узнать, где здесь безопасно, а где нет. Походу, снизу безопасно.
Фу, есть телепорт, наконец-то. Вот это очень сильно мне помогло. Так, давайте я просто сюда тэпнусь. Или ранец лучше сразу прокачать. А давайте сразу ранец вкачаем. Да. А какой мне нужен уровень для фонаря? 17-й. Так, двойной циклон. Следующий нужно 14-й. Лерхон. Может, Лерой. Лерхон 69. Воздушное охлаждение. Комбинированная воздушная водная система охлаждает все или ничего. Так, у меня 300 остается. Так, не путается с, с кислой миной. Кислотная бомба. Повышенная эффективность, более громкая на ДРБД. Мне бы ХП вкачать. А, давайте это вкачаем. Бомба-бабах. Не просто взрыв. Так, взрыв, а с прабабаха. Вы не поверишь так. Вы не поверите, но они летают еще дальше. Ну это хорошо. Так, подожди, а теперь мне нужно шестереночки. Так, взрывопакеты. Бомбы будут взрываться еще больше. Так, более твердой породы. Вижу цель, не вижу препятствий. Полный форсаж увеличивает скорость реактивного двигателя, так что тапку в пол, так слышится радостный рев. Можно открыть А2. Тормоза придумали трусы. Увеличу скорость реактивного ранца. Ну, в принципе... Ай. Так, а если я выше полечу? А, так смотрите, она это... Может дальше летать? Не нравятся мне эти разговоры про большие землетрясения. Слишком много неизвестных, насколько больше. А когда начнется, где? С тех пор, как обрушился лифт, я все думаю, что случилось или землетрясение будет, или время больше. Профессор Шерман говорит, что ситуация будет ухудшаться. Ее стоит послушать, она в городе самая умная. Ого! Это что? Пневмогранатомет? О, да, роскошная модель. Так, ты тоже любительница бомб, как я? Я покажу тебе мой секретный проект. О, я просто разыгрываю... Так, разрываюсь от желания поделиться с ценами. Так, ценителями. Так, патент только на рассмотрение. Это с модификацией твоих гарантов станет втрое разрушительнее. Я бы дал тебе испытать ее в полевых условиях, только, ну, мой бюджет на исследование последует время много усилий. Может, если ты им пожертвуешь, скажем, 500, я могу тебе предложить уникальный только для своих чертеж моего изобретения. Как тебе? Понимаю, проходит так, любые. Что ты мне скажешь? С этим землетрясение стало еще хуже. У меня все четырехколенники часа стучат. По-моему, нам всем надо смываться отсюда на ракете, да, побыстрее. Не то чтобы мне нравилась идея лететь в это пустое небо, но если планета разрывается, то выбора-то особо нету. Похоже, подруга придется мне покинуть зону комфорта. Так, снизу, да, еще кто-то там. Так, мир здорово изменился с тех пор, как... Так, я был юным ботом. В шахте расстраивается лес, боты в космосе собираются. А я все продаю детали, как всегда. Будешь его, вы, молодостроителем? Ну-ка, хочешь? Нет. Хотя, не сейчас. Я могу купить, в принципе, но не сейчас. Моему коллеге удалось достать образец их подземных джунглей. Странные, правда, и очень опасные. Да, клевые. Так или иначе, он сказал, что обнаружил следы влияния мутагена. Похоже, так, растения берут энергию из мутагенов бузы, которые так любят бомжи. Там и правда происходит много трубок. Вероятно, это источник заражения. Так, здесь у нас ничего. Никто не хочет разговаривать. Вот он хочет разговаривать. А лично у тебя уже, я дам тебе еще один чертеж, если соберешь 28. Знаешь, обычно нужны
миллиарды лет, чтобы Земле поменять геологическую структуру. Эти новые землетрясения способны изменить рельеф за пару десяток лет. Скоро мы разберемся с землетрясениями. А что если шахта полностью обрушится? Мои карты станут бесполезны? Возмутительно. Так, окей. Мышь уже с вами продали, да, все. Так, теперь сюда. Теперь вот сюда. Много руды, много руды. Тут ничего. Нужно что-то найти, что помогло бы мне эти находить секретки. Так, ладно, наверх. Наверх, наверх, наверх. Сука. Ладно, мне хотя бы отхилили немного. Так, вообразить новая руда, что ли? Темная материя, мама... Так, мама вас о таком предупреждала, часто образовывается у дешевых баров и... Ой, нет, ошибочка вышла. Обретается у дешевых баров? Так, вообразит. Шахтеры так и не договорили между собой, существует он или нет. Наука каждый пок... Так. Наука также пока не установила существование жизни Мариста. Жизнь Мариста? Но она довольно дорогая. Главное не сдохнуть теперь. С этим приборчиком, ну, предметом. Так, ладно. Бац, 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 бац. Готово. О, начинается. А, так он убивается двух тычек. Сдас. Ну все, ГГ. Блин, не ГГ. Где он еще находится? Нет, 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 нет. Ладно, придется взорвать. Так, еще новая руда. Плюс пещера. Давай зайдем. Шахтное безумие. Так, недостаний. Его никто не смог получить, и данные о нем нет. Извините. Так, об этом мы читали, да? Метеорит, да. О метеорите мы читали. О метеорите мы читали. Хорошо. А если я возьму, знаете как? Вот так и оп. Я вас понял, хорошо, допустим. Так, это не то. Ну, в принципе, это самое простое, что я могу сделать. Бля, это... Надо быстро делать. Или попытаться хотя бы. Так, а могу я... Ну, я потрачу этот... бомбочку, ладно. Хотя, знаете, что я могу сделать?
Я могу так поступить. Если мне хватит, конечно, времени на это все. Смотрите. Еле-еле. Становимся. Да, нельзя. Сука, а как тогда мне это провернуть дело? Добро. И... И... Чуть я не врубаюсь. Чё-то я не врубаюсь немного. Чуточку не врубаюсь. Ни хрена, что я сделал. Чё, пацаны? Юзаем баги? Пиздос. ГГ. Ладно. Так я не ломаю, да? Как мне ее сломать? Я понимаю, что это баги, но все же. А, блядь. Ладно, я понял. Окей, окей. А у меня вариантов нету. Прикидывай, сейчас залагает. Фух. Ну, заебомба. Не, ну, в принципе, здесь понятно, что нужно сделать, с одной стороны. Хотя, а чё я туплю, блядь? А чё я туплю? Боже. Пипец, как глупый. Так, ладно. А, я в ту сторону не ударю, да? Хотя ударю. Чё не ударю? Ну чё не ударю? Ударю. Чё, я всё сделаю, чё? А, ну да, здесь только не ударю.
Окей. Немножко не врубаюсь. Немножечко не врубаюсь. Ну, типа, я в эту сторону бить не могу. В этом херня, понимаете? Как мне тогда это провернуть, ё-моё? Вниз? Нет. Мне нужно... как-то в ту сторону это сделать. Хорошо, пускай там эта телега будет. Не врубаюсь. Слишком сложно. Слишком сложно, не понимаю. А, теперь понимаю. Блядь. Понимаю. Еще что сложное. О, там это трофей. Манать. Допустим. Допустим. Мне нужно вниз. Чу-чу-чу-чу-чу. Давай сюда. Пипец, мы просто всю серию почти потратили на сраные головоломки. Просто жопа. Круто. Классно, великолепно, круто. Ну окей, допустим так. Окей. Зачем я это сделал? Чтобы сделать вот так. А зачем я сделал так? А хуй его знает. Его знает. Мне нужно как-то скинуть ее сюда, получается. Сложно. Для понимания сложно.
Нас, подождите, а если... Ай, блядь, тут их несколько. Ух ты ж, ёбаный. Это тогда все усложняет. Это все нахер усложняет. Так херам усложняет. Чем мне это дает? Что мне это вообще дает? Зачем так сложно? Это очень сложно. Допустим. Но смысл. Так, смысл. Ага, круто, я не знаю, как это сделать, багов никаких нету, да? Пипец. Это очень сложно. Но это должна быть последняя. Первая должна быть это вот это. Которая полетит. Ну здесь либо я сюда ее ставлю, либо туда. То есть здесь так уж тоже много вариантов нет. А давай тебя тогда сюда. Вниз не вариант. Хорошо, допустим. Дальше мне желательно... Давай попробую туда тебя запустить. А смысл? А смысл, а смысл? Ну смотри, здесь я могу хотя бы ударить. А ну-ка, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Тихо. Только вам потом не забыть, где какая. Манать. Все, об этой забываем.
Круто. Что у нас получается? Это сейчас сломается, так ведь? От удара. Окей. Значит, мне нужно заменить эту на ту. Допустим, так. Теперь ломаем вот эту. Пиздец. Так, мешок резиновых цыплят. Так, тост побери. Тост побери. А вы знали, что вселенная так порой передает нам послание через самые обыкновенные предметы? Этот предмет не из таких. Колобок. Колобок. Я тебя съем. Мешок резиновых цыплят. Изнутри доносится как... Так. Каканофия из песка. Квохтанья и криков. Гвалт достиг перепутья. Услада слуха. Услада. Вы пробовали курицу в карамели? Нет. У нас как раз 26 их, да? Пипец, вот это сложные головоломки. Блин. Чё они такие сложные? Тупые телеги. Ладно, давайте тогда на этом закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.